Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан, участников долевого строительства рассмотрел вопрос софинансирования для завершения возведения ряда проблемных домов. В общей сложности на решение этой задачи планируется направить более 4 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов, а также из целевого компенсационного фонда. 3 многоквартирных дома расположены в ЖК «Восточный» в Звенигороде. Почти 700 дольщиков смогут получить долгожданные ключи.